Шаббат шалом. Мирной субботы. Сегодня мы вместе будем изучать тему. Тему я назвал «Драгоценный детоводитель» или «Учитель». Кен, нахон. וכמובן שמדובר על התורה. Конечно же, речь идет о Торе. והיום אני רוצה פשוט להראות שאם אין איזון מתוך הלימוד בין התורה ובין החסד, אז מאמין הוא לא יכול ללכת כמו שצריך בעולם הזה. И сегодня я хочу показать, что если нет равновесия между законом и благодатью, то верующий человек не может правильно двигаться в этом мире. Есть много примеров, в которых мы нуждаемся в балансе. Например, у каждого из нас есть характер. В каждом из нас есть хорошие качества и не очень, если даже не сказать плохие качества. Кломар, адам, он царих лимшоль битоха цмо, кидеша яцера, лойках это цад кох. Таким образом, человек должен властвовать над своим характером, чтобы злое начало не брало верх. ובהתחלה בואו נקרא את הפסוקים שאנחנו נשען עליהם ואנחנו נמשיך אחר כך חקירה שלנו. איגרת אל הגלטים. Зачитаем сначала послание к Галатам, потом продолжим наше расследование. פרק 3. Исследование. Третья глава. מפסוק 21. С 21 стиха. איגרת אל הגלטים. Послание к Галатам. פרק ג'. Третья глава. פרק ג', третья глава, פסוק 21 עד 25. С 21 по 25 стихи. ואתה, אחי התורה, סותרת את ההבטחות האלוהים, חלילה. כאילו נתנה תורה אשר בכוחה להחיות, אז באמת הייתה הצדקה על ידי התורה. אבל הכתוב סגר את כל ביד החטא, למען תינתן ההבטחה על המאמינים באמונת ישוע המשיח. לפני בו האמונה היינו סגורים ונשמרים תחת התורה. אלי האמונה העתידה להיגלות. ובכן התורה הייתה אומנת אותנו על המשיח, למען נצדק על ידי האמונה, אבל עתה אחרי אשר באה האמונה, אין אנחנו עוד תחת יד האומן. אמן. איתך זקון противен обетованиям Божьим никак, ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иешуа Мессию. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Аминь. Вантиша. ציור הזה ידומה למוזניים. Я нарисовал весы. ואיפה ששמתי את
Но самые комота эле за некра бы еврит мифрака тальталин. А где я нарисовал три вот этих кружочка маленьких на иврите, это называется подвижное соединение. Зотумерет им эше зе цад. Это значит, что если какая-то сторона зе, о зе, это или это, эше зе цад, шукеа карка, а тало эхо лазуз. Она, эта сторона упадет прямо вниз, то ты не сможешь двинуться. Это не дает тебе передвигаться. И это духовное положение. Баланс между законом и благодатью – это план Божий. Адам не может ливатель ло хесед, ולא יכול לוותר את התורה. Человек не может убрать ни закон, ни благодать. חייב להשתמש בשני הדברים האלו. Он обязан использовать и то, и другое. ואחד לא עובד בלי השני. И одно не работает без другого. כי כל דבר בעולם הזה אנחנו יכולים לדעת רק דרך היחס. Потому что все в этом мире оно относительно и познается в сравнении. Из этих стихов мы видим, что закон, он ведет нас. В 24 стихе. Закон Он вел нас, был детоводителем к Мессии. Кал лявин, пашут лявин, ше им эн Тора, эн ми ше у ше яхол лакахат отха баяд, ве лявин ле маком анахон. И очень ясно видно, что если нету закона, то значит нету того, кто взял бы тебя за руку и привел к Мессии. Ве тавкит ше лаумен, и задача руководителя или учителя, она очень интересная. Когда ребенок растет, что ему говорит наставник? Это можно. Это нельзя. Не трогай. Не бери. Не кушай. Но я же хочу. Но яд не нужно кушать. Я рассказывал, что когда я был маленький, я не помню, сколько мне лет было. Моего папы был друг, который работал в институте, в лаборатории с разными химикатами. Академай. Академик. Вечером мы приехали туда, он должен был побеседовать с ним. Я помню, что там стояло много прозрачных колбочек. Я спросил, можно это попить? Он сказал, не дай Бог. Я сказал, но я хочу попить, попробовать. И он сказал, это яд, ты умрешь. И я тогда сказал, ну хоть чуть-чуть, можно? Ребенок не понимает, что это убьет его. А взрослый наставник, он понимает и говорит, тебе нельзя. И ребенок думает, что наставник, он как бы назло специально так поступает. Он не дает мне то, что я хочу. Но наставник знает, что он на самом деле оберегает меня. Миномавет. От смерти. Векан катув шаину нишмарим беяда Тора. И здесь написано, что мы сохранялись рукою закона. Ад азман месуям. До определенного времени. Зотумерет шаумен. Это значит, что наставник.
Кломар Тора. Другими словами, закон Пуэлет бетов лану, ло бера. Действует на в добро нам, а не во зло, и в этом есть благодать для нас. Потому что закон сохраняет нас до момента покаяния. Это пример. ולאחר מכן בורא העולם מפעיל אמונה בתוכנו. После этого Творец, он включает в нас веру. ואמונה גם לא יכולה לעבוד בלי קשר עם התורה. И вера, она не может работать без связи с законом. В чем благодать? Что такое благодать? Благодать – это ответ на покаяние. Бедюк, тиргум мушлам. Беврит – зачне милим шабим, ото давар, бе ото шмия, ктива, отиот, чува. На иврите это звучит как ответ на ответ, используется одно и то же слово, но два смысла есть. יש מילים הרבה יותר, למשל מילה, סתם דוגמה, שבר, 21 משמעות. Есть слова на иврите, как шевер, которые имеют 21 разное значение. ווויקה חכמה לא נתנה תרגום, כי 21, מה עכשיו לקחת? תלוי מהקונטקסט. Я сейчас на русский не перевела слово шевер, потому что я не знаю, что Рэбе имеет в виду сейчас. Бо нагид ли дугма, шевер, маза шевер, ма решен баба рошу? Перелом, полом, перелом. Тагиди? Например, у меня, если говорить слово шевер, сразу я думаю о переломе. Аваль зе гам лехем. Но также это означает хлеб. Гам дганим. И зерна. Ве от, ве от, ве от. И так далее, 21 значение. Это слово из закона, из Торы. И перейти из одного места в другое, лишбор шевер, это прийти и взять хлеб. По Торе. Не на жаргоне. Давайте продолжим. Пасук 21 умер. 21 стих нам говорит, что Тора сотерет автахот Элохим, умер ло, хас вехалила. Закон противен ли обетованиям Божьим? Нет, никак. Тора ло сотерет автаха. Закон не противостоит обетованиям. Тора ло сутерет автахот. Каким-либо обетованием Бога. Есть арбе автахот. Есть много обетований. Авал эзе автаха ахи хашува. Но какое самое главное обетование? Хашува леолам, эфшар лома. Для всего человеческого мира. Эзе автаха. Какое обетование? Машиах. Хаей нецах. Жизнь вечная, Мессия, приход Мессии. Бли Машиах эн хаей нецах. Без Мессии не будет вечной жизни. Аваль чува медуекет, но хаей олямим. Четкий ответ. Хашува, хаей олямим. Самое важное обетование – это вечная жизнь. Лама? Почему? Ани ло посек. Я не авторитет. Ани ло посек. Аваль... Шлихим, пуским лану ло? Но апостолы являются для нас авторитетами. Кен? Да? Бонифтах. Давайте откроем. Эгерет решена. Первое послание. Шалиах Йоханан. Апостола Иоанна. Перек бет. Вторая глава. Решена альпи Йоханан. Первая Иоанна. Перек бет. Вторая глава. Кен?
Пасук 25, перек бет, пасут 25. 25 стих 2 главы. Ваавтаха ашер гифтихану ги хаей оламим. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Аминь. Есть арбе автахот. Есть много обетований. Гам есть автахот, шахот леолам гишми. Есть обетования, относящиеся и к материальному миру. Гам тов. Также хорошие. Авал ахи хашув. Но самое главное. Автаха аль хае уламим. Это обетование о вечной жизни. Ванахну ло яхулим ле асиг эта автаха. Мы не можем достичь этого обетования. Бли Тора. Без закона. Лама? Почему? Ки автаха азот и битоха Тора у витоха невиим. Потому что это обетование находится внутри закона и внутри пророков. Ло бабрит хадаша. Не в Новом Завете. Бабрит хадаша анахну руим итгашмут. В Новом Завете мы видим уже, как оно осуществляется. Что это значит? Эн эфшарут афилу цат лемхок эта от эхад мина Тора. Нету даже шанса вытереть даже одну букву из закона. Адайом ло нигмар эта сипур шелану. До сегодняшнего дня наша история еще не закончилась. Зот омерет, что Тора мамшиха лифоль. Значит, что закон продолжает действовать. Исагну это хае улямим дерех Ишуа Машиах тов меод, авазелосов. Мы достигли вечной жизни через Ишуа Мессию, это чудесно, но это еще не конец. Майма пирот. Что с плодами? Майма ширут шелану. Что со служением нашим? Клапе Адонейну. Господу нашему. Анахну от срихим лалехет адасов велиот нейманим. Мы должны идти до конца и оставаться верными. И без благодати это невозможно. Хесед, амарну, чува, аля чува. Как я уже сказал, благодать – это ответ на покаяние. Хесед, куах, ну, сефет, шеозерет лану, лихьот, вело, лахто. И благодать является дополнительной силой, чтобы мы не грешили и продолжали свою жизнь. Также ребенок, которого воспитывает наставник, он должен уважать наставника или нет, как вы думаете? И очень важный еще вопрос. Когда ребенок вырос и стал самостоятельным, пошел жить своей жизнью и не видит наглядно наставника. Кол давар ше дибер ло умен бамешех хашаним. Все, что годами наставник говорил этому ребенку, будет продолжать работать в его жизни или нет? И правильно ли, если это будет продолжать работать или нет? Есть такая ситуация, в которой ребенок вырос. И говорит, все, наконец-то я могу забыть все, о чем мне говорил наставник. Так бывает? Есть ли в этом мудрость? Так, если же Священные Писания говорят нам, что наш наставник Тора. Это закон. Кодем кол ани ло хошев ше акол муван лану ад асов. Начнем с того, что я не думаю, что нам все там понятно. Адайна нахну црихим ото. Мы нуждаемся в нем до сих пор. Векатув
שהיינו סגורים ונשמרים, סגורים ונשמרים תחת התורה. Прямой перевод. Мы были закрыты, сокрыты и сохранены под законом. Сгурим, זאת אומרת שהאויב הוא לא יכול לתקוף אותנו. זה כמו שאני שמור בחומות של העיר הגדולה. Закрытый – это значит, что враг не может атаковать. Это как будто бы я нахожусь внутри города с крепостной стеной. המשמעות של הפסוק הזה שהתורה מגנה אותנו. Смысл этого стиха, что закон охранял нас. שומר אותנו. Сберегал нас. יש אלו שקוראים סגורים, זאת אומרת כמו כלא. אני, תורה סוגרת אותי בבית כלא. Есть такие люди, которые, прочитав этот стих, скажут, а, значит, закон меня как в тюрьме закрыл. אפשר גם, למה לא? אפשר ככה להבין גם כן. Можно так понять этот стих? Можно? אבל אם אויב. Но если враг. הוא נעמוד כאן. יורה. Стреляет. ורוצה לפגוע לויקה. И желает попасть в Вику. ואני התורה. А я закон. ואני כתורה סוגר אותה. И я как закон закрываю ее. בעצמי. Собой. אני פועל טוב או אני פועל רע? Я хорошо поступаю или плохо? עכשיו מובן מה זאת אומרת, היו סגורים בתורה. Понятно, значит, значение стиха, что значит закрыты в законе? אהובים שלי. Возлюбленные мои. לא משנה מישהו מדבר מהצד. אנחנו, אסור לנו לחשוב על גבי התורה שיש... יש איזה חוסר בתוכה, או היא לא טובה. זה מחשבות לא מאלוהים. Нельзя нам воспринимать, когда кто-то говорит о том, что закон несовершенен или что-то в нем не хватает. Это не мысли от Бога. זה לא פירוש נכון. Это неправильное толкование. פירוש הנכון. Правильное толкование. שהתורה... מביאה אותנו למשיח, ובתוכו חיי נצח. Что закон ведет нас к Мессии, и внутри него есть вечная жизнь. И если закон закрывает нас, то он правильно поступает. וכתוב שומרת אותנו. И дальше пишется и охраняет нас. עד שהגיע הזמן החסד. До того момента, когда придет время благодати. אבל ברגע שאני קיבלתי חסד. Но в тот момент, когда я получил благодать. ועכשיו, אני ממשיך לחיות עם החסד. И сейчас я продолжаю жить в благодати. זאת לא אומרת שאני לא צריך תורה. Это не значит, что мне теперь не нужен закон. וגם בן אדם מבוגר שהוא חכם. Также уже взрослый человек, если он мудрый, иногда он приходит к своему наставнику, беседует с ним и спрашивает его совета. Кто так поступает, поступает правильно. הבטחות, כמו שכתוב, היא סותרת חלילה. זאת אומרת, בשום פנים ואופן לא. В 21 стихе написано, итак, закон противен обетованиям Божьим никак. То есть нету никаких вариантов. בוא נעשה תרגום. Переведем. И теперь... אחי, התורה סותרת את ההבטחות האלוהים חלילה. Разве закон... перекрывает обетование Божье, халила, ну не дай Бог. Кен, мила халила, а машмаут, что Миша хошев каха у арур. Мила халила означает, что тот, кто так размышляет, он проклят. Залез там, что ло и вша. Это не надо. Хаз ве халила, у халила, кмо ше катув, кен ба сфата танахи. זה
В священных писаниях это слово обозначает, что нет, ни в коем случае. Асур лахшов ках. Нельзя так думать. Кломар, им ата хушев ках, а зе хет. Это значит, что если ты так думаешь, это грех. И это, еще раз, не я написал, я не являюсь авторитетом, это апостол Павел. И центральная мысль, что Тора, она не противостоит обетованиям, но ведет нас как наставник и детоводитель к Мессии. Кен. Бонни втах ахшав од шне псуким и герет эля ромим перек вав. Откроем еще два стиха, послание к римлянам, 6 глава. Перек вав. 6 глава. 14 и 15. 14 и 15 стихи. כי החט לא יוכל למשול עוד בכם, יען אנחנו, יען עיניכם תחת יד התורה, כי אם תחת יד החסד. ואתה מה? הנחת יען עינינו תחת יד התורה, כי אם תחת יד החסד. שאלה. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Аминь. Очень интересно. Шалиах умер. Апостол говорит. Так, так что, теперь, если я под благодатью, мне все можно? Нет. Если ты действительно под благодатью, ты понимаешь, что можно, а чего нельзя. Если ты не понимаешь, значит, ты не под благодатью еще. Потому что без закона ты не можешь прийти к месту, где будет благодать. До этого ты нуждаешься в законе, который возьмет тебя за руку. Когда закон берет нас за руку, и мы продолжаем идти, и закон наставляет меня, говорит, смотри, здесь яма, давай обойдем. Здесь стена. Значит, мы его обогнем? Обогнем? Маем. Здесь вода. Здесь колодец, в котором можно попить. А в том колодце нельзя. Тысяча и один пример есть. Без закона ты не придешь к благодати. Изун. Баланс. Колеха. שאין לו איזון, ולא משנה, חסד שקעת קרקע, או תורה שקעת קרקע, לא משנה, זה לא זז, מערכת לא עובדת. Любой, у кого нет баланса, неважно, закон ли перевешивает или благодать, это неважно, он не может двигаться. כמו ששליח יעקב, הוא אומר שהאמונה ומעשים הם לא עובדים, בלבד, כלומר, בנפרד. Как апостол Яков сказал, что вера без дел, она не функциональна, она не работает. Эмуна бле маасим мета катув. Она вера без дел мертва написана. Везе ло увед. Это не работает. Ифшар килу лафрид эт зе. Невозможно это разделить. Кол эхад ше мафрид эмуна ве маасим. Каждый, кто разделяет веру и дела, делает ошибку. Как машина.
Им лакахат мехунит. Если взять машину. Ахиха даша. Самую новую. В мануа. И двигатель. Ласим аля миткан лияда мехунит. Поставить на приспособление возле машины. Машина не будет ехать, правильно? Вместе это работает. Отдельно нет. Это одна система. Я не знаю, кто научил нас мыслить категориями, что только одно может быть, но здесь... זה כמו שרשרת. שרשרת זה טבעות שמורכבות אחד על השני. Здесь как в цепочке. Одно звено связано с другим. ובמילה תנכית, טבעת אחד, זה שר. שר זה גם שרשרת, אבל שר, שרת. המשמעות. И на иврите звено... Сама цепочка, она состоит из слова «звено», как бы. «Звено-звено» означает «цепочка». Кен. Аскан катув, ше... Им ата хошев, ше ахшав ата тахад яда хесед, вата яхол ласот авон... Здесь написано, если сейчас, находясь под благодатью, ты до сих пор думаешь, что ты можешь грешить... Тут, значит, ты не под благодатью. Здесь есть также мудрость. Написано, что грех, он руководит жизнью, руководил нашей когда-то жизнью. Правильно? Как это работало? Это духовный принцип. Результат греха окончательный, какой он? Нахон, смерть. Мавет. Правильно. Аз ма умер хет? Так что говорит грех? Ата тамут. Ты умрешь. Таасе ма шиба леха. Так делай, что ты хочешь. Каха коль михаеха. Возьми все от жизни. Ты не. Получи удовольствие. Тене, как хет мушель лера, вот таким образом грех он господствует, как написано в 14 стихе, к козлу. Таким же способом господствует и смерть в нашей жизни. Пугает нас. И говорит, возьми все сейчас. Но Слово Божье говорит, что есть обетование о вечной жизни. И ты там получишь удовольствие. Не здесь. Если ты веришь в это, ты придешь к тануг шмими. Ты тогда достигнешь небесной радости и небесного удовольствия. А бенадам каха невра, вело рак адам. Кола улам азе невра аль цорех. Клумар, анахну, еш лану црахим. Этот мир, как и мы, устроены... на нуждах. Мы в чем-то нуждаемся. Дриша ве аспака. У нас есть запрос и есть удовлетворение запроса. Цорех ве аспака. Есть нужда, есть удовлетворение нужды. Каха зе бануй. Так этот мир устроен. Ве месапек аколь буре аулам. И все нам дает Творец. Зот умерет има не мивина та икарон рухани. Если я понимаю правильно духовный принцип, аз има не цамеа эмет веруце вехафец хаей нецах. Если я жажду правды и ищу вечной жизни, вани руце лихьот. И хочу жить. Лёшу тераль. Лёшу тераль.
Я не пью яд тогда. Умнам, что они роцели что-то. Несмотря на то, что я очень хочу его выпить. Они шолет безе. Я властвую над этим. Ки они роцели хьет. Потому что я хочу жить. Вани ме вин, что им они матхили что-то, ме аберазе. Я понимаю, если я начинаю пить из этого колодца. Они улехли мавет. Я умру. Везе пилу челя тора, рабутай. И это действие закона, друзья. И как закон нас охраняет? Когда я еду на машине, на спуске к Кинерету через Пурию, там есть серпантин. Если я слишком быстро буду ехать, Майе. Что будет? Кен, они холи пол бевади, нахо. Я упаду в овраг. Аваль шама ешь, махсом. Но там есть ограждение. Мя бетон. Бетонное. Кен? Правильно? Вим они носе оба мехуни. Если я еду на машине. В суфер ципурим. И птиц считаю. ונכנס לתוך המחסום הזה. И ударяюсь об это бетонное ограждение. אז המחסום הזה. То это ограждение. מציל חיים. Спасет мне жизнь. והבן אדם הוא לא יכול לקעוס על המחסום הזה שזה גורם נזק למכונית. Человек не может злиться на это бетонный забор, потому что он испортил ему машину. Он сохранил тебе жизнь. Вот так действует закон. Сохраняет нас. Помогает нам достичь цели. В жизни мы можем потом починить машину, нам это, естественно, будет стоить. И теперь уже внимательно спускаться к Кинерету и быть более внимательными. И достигнуть цели. והחט, а грех אומרת, говорит, אתה לא צריך בלמים בכלל בעולם הזה. Тебе вообще не нужны тормоза в этом мире. Яла. Давай. Тене. Получи удовольствие. ומתחילים ליהנות. И начинают люди получать удовольствие в кавычках. והולכים למוות בגיל צעיר. И умирают в молодом возрасте. Отцов, меод отцов. Очень грустно. Каха шулет хет. Так господствует грех. Они хошев, что кулам яскиму идти, что лимудим бабрит хадаша, беэцем зе лимудей Машиах. Я думаю, все согласятся с тем, что учение Нового Завета — это учение Мессии. Ишуа Машиах. Ишуа Мессии. Нахон? Правильно? Драша лагар. Проповедь Нагорная, например. Коля дворим, что дебруш лихим, зигам ми апив. Все, о чем говорили апостолы, это с уст Иешуа. А за не лото им они агит, что лимуд шел абрит хадаша за лимуд шел Иешуа Машиах. Поэтому я не ошибусь, если скажу, что учение Нового Завета является учением Иешуа Мессии. Это значит, что через апостолов Иешуа нам объясняет сейчас, что закон он важен и охраняет нас, пока мы не получим благодать. После того, как мы получили благодать, мы остаемся в хороших отношениях с законом. Мы не спорим с ним. Очень еще важный момент. Что означает быть под рукой Бога?
Тора. Что значит быть под рукой закона? Стомерет. Это значит, что Тора, что есть у закона есть право леонишотану наказать нас. Лишпот. Судить. Велеонишотану. И наказать. Иешуа беацмо амар, что он не ба леолам азе лишпот аолам. Иешуа сам о себе говорит, что он не пришел судить этот мир, леэла леацилет это аолам, но спасти его. ואז הוא אומר שהשופט זה התורה ונביאים. И потом он говорит, что судья это законы пророки. לא אני. Не я. אני רק מסביר, הוא אומר. Я только объясняю, он говорит. באיזה יחס נמצאים חסד ותורה. В каких соотношениях находятся законы благодать? עכשיו, רוצה או לא רוצה בן אדם? Хочет ли того человека или нет? Мивин узе, уло мивин. Понимает ли или нет? Ишпот кулам Тора. Всех будет судить закон. Мамаш Тора. Закон. Закон. Гам ишар лумар. Лама. Почему? Тора за два радунай. Потому что закон это слово Божье. Кулам маскимим. Все с этим согласны. Ванахну йодим ше хумаш зе геза. Мы знаем, что Пятикнижье – это ствол Слова Божьего. Это значит, что центральная опора. Ахумаш. Пятикнижье. В Бесуральпе Йохана говорит, что двар не е басар. А послание от Иоанна говорит, что, Евангелие от Иоанна говорит, что слово стало плотью. В Байтгалут Йоханан Катув, в перек 19, что ягия Иешуа Машиах, Катув, Катув. В Откровении Иоанна в 19 главе ала написано, регель, ала катев, двар Адонай, же Ашем шело банецах. У Иешуа Мессии на плече и на ноге написано Слово Божье, это Его имя вечности. Он был Словом Божьим. И в какой-то момент Он стал плотью, как мы. И остался Словом Божьим до сегодняшнего дня. והתקופה של הברית חדשה, מהו הדבר אדוני? И во время Нового Завета, что означает Слово Божье? Танах. Это Писание. Тора, Невиим, Ктувим. Закон, Писание и Пророки. אין משהו אחר. Нету ничего другого. ועכשיו לסיום, אני רוצה לפתוח פרק חמש. В конце я хочу открыть Евангелие от Матфея, 5 глава. Бесуральпи мати, перек гей. Евангелие от Матфея, 5 глава. Шне псуким, швайсре и шмунайсре. Два стиха, 17 и 18. Везе милим шел Иешуа. И это слова Иешуа. וזה לימוד של הברית חדשה. И учение Нового Завета. אל תחשבו כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים. לא באתי להפר כי אם למלות. כי אמן אומר אני לכם, עד כי יעברו השמיים והארץ, לא תעבור יוט אחד או קוץ אחד מן התורה, עד שיעשה הכל. אמן. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Аминь. Аминь. Пока не... Давайте мы переведем напрямую. Пока не будет соделано все. А кто все делает? Здесь написано закон.
Что мерит Иешуа? У я се ако. То есть Иешуа, он все сделает. Веуа Тора. И он является законом. Уа Хумаш. Он Пятикнижие. Веуа Невиим. Он и пророки. Веуа Ктувим. И Писание. Ве пасук 17. 17 стих. Уамар, шело бати леаферет Тора у диврея Невиим эла. Ишо говорит, что я не пришел, чтобы нарушить закон, но исполнить. Маза то мерет ли малото там? Что значит исполнить их или наполнить? Мы говорили о том, что грех он господствовал. Нахон? Правильно? Эх ляхлиф это бааль. Как поменять хозяина? Как освободиться от греха? Ушолет, эх литпанот мяшлита азот. Он господствует, как сбросить эту власть? Не царих лалехет ли бета мигдальши в Иерусалим. Мне нужно пойти в храм в Иерусалиме. Вилеви курбан. Принести жертву. Ве курбан, чем мугдерет Тора, ло маше ани роце. И жертву, которая определяет закон, не то, что я хочу. Нахон? Правильно? וככה אני יכול לנקות את החטאים שלי. Так я могу очистить свои грехи. אם קיים בית המקדש. Если существует храм. ואם לא קיים בית המקדש. Если храма нету. פעם היינו בבעיה. Раньше у нас была проблема. היום לא. Сегодня ее нет. למה? Почему? כי ישוע מילא. Потому что Иешуа, он восполнил. Коля курбанот. Все жертвы. Бе курбано. Своей жертвой. Умела бы машмауч лима. Он наполнил смыслом все эти жертвы. Маниру целума. Что я хочу этим сказать? Лифне биата Машиах решона. До пришествия первого Мессии. Коль цадик. Каждый праведник. Ве коль бенадам широце литакен это хаяв. Каждый, кто желает исправить свою жизнь. Убали мигдаш. Он приходил в храм. Ему энло кесев, они. Если у него нету денег, он бедный. Йонот. Голуби. Нахон? Правильно? Ве йона ифшар литфос бли кесев, а та хол литфос это йона. И голубя можно словить бесплатно. Авалим гама юшавим грушим. Но их также и продавали за небольшие деньги. Мамаш кама зузим. Несколько Зузимки. Монет. Самая мелкая монета, зуза. Копейка, цент. Две копейки. Две копейки. Okay. Две монеты. Хамеш огород. Пять огород. Мевуталиквар. Уже нету пять огород, десять. Хипоход эсер огород. Самая мелкая монета, десять. Шне йонот. Им бенадам ешло. Два голубя. Если же человек же что-то имеет, эзим, квасим, есть у него, например, сир, козы в хозяйстве или бараны, иль, кен, или взрослые бараны, козлы. Вейму, одьютер ашир, если он еще более состоятелен, у него есть быки. Вейму мамаша шир, кмо я Шломо Амелех. Настолько богат, как царь Соломон. Элеф парим. Тысяча быков. Элеф парим. Тысяча быков. Алхет ихад за один грех. Шел адам ихад. Одного человека. Вешеяво Иешуа. Когда пришел Иешуа. Вемет ала цлав. И умер на кресте. כל הקורבנות שהיו לפניו, все жертвы, принесенные до, התמלו במשמעות, наполнились смыслом, כי זה היה זמני, потому что это была временная мера, עד ביאת המשיח, до пришествия Мессии. זה כמו שיש לך צנצנת, это как будто бы у тебя есть ваза, או יש איזה כד, כלי, или горшочек какой-то. Урек. Он пуст. А валюта гор. Но он чистый. Тагор мебхината. Очищенный, освященный. Кен. Веумухан
להתמלות במשהו, בשמן זית, למשל. И готов наполниться, например, елеем, оливковым маслом. Иешуа мила בעצמו כל הקורבנות במשמעות, ואנשים שהביאו את הקורבנות, הרוויחו צדק. Иешуа своей жертвой наполнил смыслом все жертвы, которые принесены были, тем самым он освободил праведников כן. от грехов. כל הצדיק היה בכל קורבן מתוודה שהוא מחכה לביאת המשיח. Потому что каждый праведник, принося жертву за грех, исповедовал, что он ожидает пришествия Мессии. כן. ככה זה עובד. Так это работает. בגלל זה ישוע אומר, אני לא באתי להפר את התורה. Поэтому Иешуа говорит, я пришел не нарушить закон. ולא דברי הנביאים. Не слова пророков нарушить. למלות את זה. Но исполнить это. למלות, ממש למלות. Наполнить это. כן, למלות. На иврите используется наполнить. לפני זה, זה היה לא מספיק, מספיק לדור ההוא. Это значит, что до этого этого хватало только на то поколение. כי זה היה עד זמן ביאת המשיח. Потому что это была мера, назначенная до первого пришествия Мессии. ומה שכן מעניין, במה היה אמונה? דיברנו שדרך האמונה. Интересно, в чем тогда выражалась вера, так как написано через веру? שאתה בא לבית המקדש, ты приходишь в храм, ואתה מאמין שככה אתה יכול להתפנות מהחטא, ты веришь, что таким образом ты можешь освободиться от греха, אתה מביא קורבן שכתוב בתורה, ты приносишь жертву, которая назначена по закону, а не то, что ты можешь принести или что тебе хочется принести. Дугма, машаль дугма. Например. Цви зе хаяк шера. Олень — это кошерное животное? Эфшар лейхоль? Можно кушать? Это... Да, конечно, זה можно. Это тот пар. Рак ше гар баяр. Коля это... Эвдель. Кен? Это такой, как из породы быков, который живет в лесу. Бедюк. Они дебарти им цаяд и хан. Я говорил с одним охотником. Кен? Зухер хе беврит лось. Ля-ля, лось. Слава, возьми переводчик, сделай мне лося. Уло умер лось. Умер пар, тамид. То он не употреблял слово лось по отношению к этому животному, а бык. Вы умер, и манеру это пара? Он говорит, если я вижу корову, то я стрелять в нее не буду. Но если я вижу быка, то я возьму его так, как это мясо. Но дело в том, что лося нельзя приносить в жертву Богу. Слава, ма. Аялим? То да. Аяль. Окей. А за та мутар лиха лейхоль, у кашер. Тебе можно его съесть, он кашерный. А валасур лиха лави это ба курбан. Нахон или нахон? Но тебе нельзя принести его как жертву, правильно или нет? Он и машал лакахат гди, о эн геди шама, или кен? Гам кашер, а та яхол лейхоль. Или где, шамур, барур, абаль, где, который в пустыне. Сейчас его нельзя, конечно, кушать, потому что это животное охраняется, но в принципе оно пригодное для пищи. Козу, козла ты можешь принести на жертву? Где? Ло. Олень, это олень, да? Олень, где? Косулю нельзя.
Он тоже козел, только дикий. Окей? Дикий козел. Горный козел, да. Мио де лама. Кто знает почему? Авалама. Можно домашних животных, а почему? У тагору кашер ли гамри. Он же чистый, кошерный для еды. Питается. Чуваны хона мицадазе. С этой стороны есть правильные ответы, но хочу уточнить. Коль хаята бар. Каждое дикое животное ухелит маше и муца. Кушает то, что она находит. Веберова зман горем зе незек ле адам. И большинство времени это не в пользу человека. А бен адам зуреа саде. Человек, например, сеет поле. Веуруце лехем басов. И хочет в итоге хлеб получить. Балай лаба это где веохел эсев. Ночью приходит этот дикий горный козел и кушает эсев. Траву. Пшеницу, вот пшеницу которая прорастает. А заталюти кабель элехем, зе агнива. И таким образом ты не получаешь хлеб, и он ворует у тебя. Асур лави. Поэтому нельзя его приносить. Лямезбех. В жертвенник. А валехоль мутарле. Но съесть его можно. За него мэр, а филу ахшав ле ногеа ле хайот, ше асур лави. Даже речь не идет вообще о тех животных, которых нельзя ни кушать, ни приносить. Ки кола курбан. Каждая жертва – это образ Мессии в будущем. Если ты веришь, что Бог правильно говорит тебе, а там и ви курбан, что Тора магдира леха. Ты приносишь животное, которое тебе закон определяет. Вера каха курбан шелха яхол литмалот бамашмаут шел курбан Иешуа Машиах. И только так твои жертвы могут наполниться смыслом курбан шел Иешуа Машиах. Жертвы смысла Иешуа Мессии. Кен. Им ло, немашал лакахат, ло йодеа, хатуль, о... Если взять... Эше зе хая, ло йодеа. Какое-то животное. Ахбар. Мышь, кота. Эшар лави ото ле мизбех. Нельзя его принести в жертву. Кодем коль зе таме. В первую очередь это нечисто. Мебхината Тора. По Торе. Ведавар шени асур, ло катув ше мутар. Второе, не написано, что можно. Веафилу им бен адам яасе эдзе. И даже если человек это сделает. Курбан шель Иешуа. То жертва Мессии. Ло итмале ото. Не может наполнить такое приношение. Это очень важно понять. Каким образом Иешуа наполнил Тору? Как он наполнил или исполнил слова пророков? Своей жертвой. Вот пируш. Эхад катув ад йод эхад. Йод эхад. Также о, еще коц. Один аспект. Ни одна йота, ни один, ни одна черта. Что это значит? Зе нахон. Аваль гам эфшар ликро эта мила азот. Зе айод, нахон? Это буква юд, правильно? Ахи ктана тоха алифбет. Маленькая буква в алфавите. Зе некра коц шеля юд. Это вот кончик юда. Коц. То, что здесь пишется как черта, это на самом деле кончик юда. Свифшар ликро от коцо шеля юд, а коль... До кончика юда все... А коль такин, а коль ломевуталь. Все исполнится и... Ничего не отменяется. А че я сеаколь? Пока все не исполнится. Им лимхок. Если стереть. Битоха Тора. В Торе.
Битоха мегила азот. В этом свитке, например. Коцо шеля юд. Кончик юда. А улам матхил литпарек. Весь мир начнет разрушаться. Они одея шело кулям каха мы виним. Я знаю, что не все так верят, конечно. А вальзема шеомер Иешуа. Но здесь это слова Иешуа. Омер от коцо шеля юд. Он говорит до кончика юда. А до паскатан. До самого маленькой черты. Ломе вутал клум. Ничего не отменяется. Анахну йодим, что битоха Тора ло котвим никудот в псиким. Мы знаем, что в Торе, в свитке не пишут ни запятые, ни точки. Веотиот гдолот зе симаним зе ло ше матхил шура решона меот гдола. А большие буквы, они означают что-то особенное или важное, это не значит начало предложения. А колька ту вот то давар. Все написано одинаково. Киилу. Как бы. Вьет за от ахикатан. А юд это самая маленькая буква. Афилу кот шеля юд и в шарли шанот мина тора. Даже кончик юда невозможно изменить в Торе. Вен цели анашим шлита казот. И у людей на самом деле нет и власти такой. Возлюбленные мои, если мы хотим быть под рукой благодати, мы должны уважать также и закон. И быть под рукой закона, это значит принимать наказание. Если мы сейчас под благодатью, мы не можем получить наказание от закона тогда. Это и означает, что мы сейчас не под законом. Не значит, что мы не пользуемся законом. Мы получили прощение и живем под благодатью. И рука закона не может наказать нас смертью. Вечной смертью имеется в виду. Смерть плотская, она всех ожидает. Аминь. Здесь я хочу завершить, чтобы мы имели должные отношения и уважение к нашему наставнику. Аминь. Аминь.